Здравствуйте, дорогие друзья! Мария Струве и Валерий Гражданкин поздравляют вас с наступающим Новым годом. И сейчас мы хотим вам в двух словах буквально рассказать, как для нас прошел этот год. В этом году у нас отзанималось 1335 студентов. Мы провели 24 дня вокала и 14 интенсивов, в том числе в двух странах, кроме России, и в трех городах России. У нас студенты сняли 8 клипов и сочинили более 30 песен, которые они записали самостоятельно в студии. Последнюю песню в этом году сочинила Татьяна Голубева и прислала ее буквально вчера, а предыдущую песню у нее уже взяли на радио. В общем, этот год у нас прошел просто замечательно. У нас было более 40 концертов, в том числе на таких значимых площадках, как Красная площадь, Консерватория, Кремлевский дворец съездов и масса других. Наши студенты каждый день после каждого урока улучшают свой голос. И в результате этого улучшения они начинают побеждать в различных конкурсах и выходить в финалы различных шоу и телепрограмм. За прошлый год у нас студенты вышли в финалы «Новой волны», «Голоса». Нескольких конкурсов, которые я уже сейчас не перечислю, и стали лауреатами первых, и вторых, и третьих премий. Итак, Новый год. В новом году хочется больших результатов, то есть мы приглашаем к нам больше, чем 1335 студентов. И постараемся всем вам дать новые голоса. Также у нас идет расширение, и мы сейчас обучаем педагогов вокала. Поэтому педагоги или кто хочет ими стать, кто нас слышит, приходите. С 7 по 10 января и такой же интенсив в мае я планирую провести для новых педагогов и для людей, которые хотят узнать систему, технологии Марии Струве с другой стороны, то есть со стороны педагога. Также мы приглашаем всех заниматься, получать удовольствие, менять свою жизнь к лучшему. И помогать нам улучшать этот мир эстетикой ваших красивых голосов. И вообще красотой и эстетикой в этом мире. Очень хочется, чтобы люди жили красиво и говорили красиво. Ведь мы говорим каждый день. Мы не можем общаться без голоса. Поэтому приходите, делайте голос и разговорный, и певческий лучше, лучше и лучше. Итак, с Новым годом! 3-4! С Новым годом!